о тебе. Хватит духу. Пари матч. Официальный партнер UFC. Майкл Биспинг. Я думаю, Трипл G заставил Канело побороться. Удивительная демонстрация бокса. Юэль Ромеро. Я ничего не вижу. Я разочарован отсутствием уважения. Энтони Петтис. Прекрасный бой. Поздравляю Канело. Уважение Геннадию. Брэндон Шауб. Какой бой, Иисус? Джессика Ай. Губы Трипл G выглядят так, как будто в них накачали ботокс. Юрая Холл. Что за хрень? Кто судил этот бой? Джимми Манува. Какой бой? Сияр Райст. Приятно видеть мощь Головкина. Он реально хочет победить. Он идет семимильными шагами в этом бою. Эдди Альварес. Похоже на еще одну ничью. Не может быть. Мэтт Браун. Неважно, кто победил. Уважение. Алджамайн Стерлинг. Я не знаю, кто победил. Райан Холл. Каков бой? Камару Усман. Какой поединок? Каб Свонсон. Прекрасная схватка. Антон Зафир. Какой бой от Канелло? Он настоящий зверь. Я думаю, нас ждет третий поединок. Колби Ковингтон. Испорченное мексиканское мясо. Ленокс Льюис. Я действительно думал, что это был близкий бой, но Гена все же взял на 2 раунда больше, по моему мнению. Оба бойца вышли, чтобы оставить себя всего на ринге. Мэнни Пакьяо. Выглядит так, как будто 2 знаковых бойца идут нога в ногу на протяжении 12 раундов. Терренс Кроуфорд. Я думаю, Гена победил. Вау, отличный бой. Но в этой игре нужно побеждать нокаутом.